Центра. Я рад приветствовать вас всех на сегодняшнем мероприятии. Пусть мы с вами встречаемся не в нашем традиционном месте, не у нас дома, а в гостях у наших друзей и партнеров, но мы надеемся, что возможность пообщаться с вами, увидеться, доставит нам всем удовольствие. Добрый вечер всем. Очень рад видеть столько людей живых в одном месте после этого сложного, трудного времени, которое мы пережили. Очень рад, что могу присутствовать здесь и имею честь открыть вместе с директором Петром Скицинским новый сезон Московского культурного центра. И очень рад, что мы начинаем с такого события, как публичное и народное чтение наших пьес и романов. Позвольте мне еще раз сказать, что очень рад, что мы здесь все вместе собрались, что такие знаменитые актеры, артисты будут исполнять нашу литературу по-польски и по-русски. Желаю всем хорошего вечера. Спасибо большое. Я бы хотел, конечно, приветствовать вас всех здесь на этом мероприятии, на торжественном открытии нового сезона деятельности Польского культурного центра в Москве. Это, по-моему, необыкновенное мероприятие, может быть, даже очень необыкновенное. Но почему? Ну, потому что из-за всех этих масок, из-за измерения температуры, но из-за того, что мы, к сожалению, не можем провести этого мероприятия у нас в институте, ну и что по понятным причинам мы должны были, вынуждены были сильно сократить количество гостей. Ну а теперь, как уже было сказано, национальное чтение. Ежегодно в осенью в многих местах в Польше читаются фрагменты произведений польских поэтов и прозаиков, выбранные президентской парой. В этом году эта балладина, эта прекрасная пьеса великого польского поэта эпохи романтизма Юлиуша Słowackiego. Я должен сказать, что это уже у нас традиция. Такая традиция, что мы, как Польский культурный центр, во-первых, участвуем в этой акции, во-вторых, мы делаем это в рамках открытия сезона. Так что это уже наша традиция, и мы ее будем хранить. Спасибо и приглашаю на сцену польских и российских исполнителей. Я тут останусь. Cóż to za zjawienie? Królewic w chacie? Na jakim on się nie spać będzie? Jemu listki róży cisną. Коли ксёнц при отпущении грехов твой грех какой-нибудь да не отпустит, возьму я на себя твой смертный грех. Коль будут копья устремлять в тебя, став пред тобой, я за тебя погибну. Чего ж ещё ты хочешь? Мой милый, золото великий пан, моему милому несе малин дзбан, вон воли мой коханек, так и пелны малин дзбанек, ниж спожовы уан. Ох, ниж спожовы уан. Oddaj mi ten dzwonek. Siostro. Oddaj, bo... Bo? I cóż będzie? Majo. Oddaj mi ten dzwonek. Sestra. Oddaj. Nie to? Nie to, co już będzie. Na niebie jest Bóg. Zapomnę, że jest. Będę żyła, jakby nie było Boga. Jest u mnie Bóg. Zabudę, że On jest. I będę żyć, jak будто бы нет Бога. Była noc straszna i deszcz i pioruny i deszcz i ciemno i burza. Córka kazała wypędzić z podwórza mnie, starą matkę. Притом голодный. Ну пусть простит ей Бог, Создатель наш. Голодный со двора погнали в лес. Wyznaj. Nie. Wziąć na tortur łoże i wszystkie stawy jej żelazne kleszcze. Żelazne kliści wziąć jest ustawy, no stare skarzy. Нет. Раз еще злой дочери я имя вопрошаю. Она невинна. Взять ее на пытку. Пёрун спада и забия крылова. Мы все в поражении.